Так, я приветствую постоянных зрителей, новых подписчиков. У нас новый ритуал медитативный на принятие. Не забудьте поставить лайк, подписаться и в комментариях написать ваши ощущения после ритуала. Ритуал медитативный. Будем отпускать весь тот негатив, который был. Будем принимать себя, принимать род предков, потомков. Будем осознавать, почему так происходит. Божественная игра в нашей жизни так происходит. Сейчас все осознаете, кто в этот ритуал вкладывался и участвует. За кадром необходимые моменты я соблюдаю, я их не раскрываю. Остальное можно вот тут быть сопричастными и помедитировать, поритуалить. Можно при просмотре зажечь свечу, куда-нибудь поставить в безопасное место. Можно просто закрыть глаза, медитировать и просто выполнять, что будет сказано. Иногда я буду что-то проговаривать, можно тоже говорить, повторять. Даже нужно. Иногда нужно, я все скажу. Итак, напоминаю, мы садимся или в позу лотоса на попу. Выпрямляем спинку, ноги скрещиваем. Или можно сидеть на стуле, скрестив ноги. Перекрестив их как-то, да? Но обязательно спинка ровная. Мы тянемся макушкой вверх, отстраиваем позвоночник, позвоночный столб, выпрямляемся. Начинаем. Давайте начнем с основ, начнем с рода, с корневых чакр. Начнем с принятия основ, с того, что нам надо будет принять свой род и своих родителей. Так мы ощущаем чакру Сватхистана. Ладхара – это копчик, и чуть выше копчика, там, где мочеполовая система, мы чакры, напоминаю, ощущаем со стороны спины и проговариваем. Я принимаю своих родителей. Принимаю свою маму. Для тех, у кого мама была жесткой, жестокой, я была такой же. Я был такой же. В этой жизни или в прошлой жизни я принимаю. Я принимаю и прощаю. Я больше так не буду делать никогда. Если у вас есть обида, осознавайте, что, возможно, вы в прошлой жизни делали так же. Или в этой жизни делали так же, потому что приняли наследственные родовые установки. Я принимаю своего отца. Если был отец в вашей жизни, и вы понимаете, что он был неправ, возможно, вы где-то для кого-то были также неправы, вы проговариваете: я принимаю своего отца, я принимаю все эти поступки. Это была божественная игра Лила Кришны для отработки нашей кармы. Мы когда-то тоже в прошлой жизни так делали. Проговаривайте: я тоже когда-то делала в прошлой жизни так же. Я принимаю своего отца. Если его не было в жизни, я принимаю его отсутствие и прощаю. Я прощаю за то, что его не было. Я принимаю. Много травм связано у людей с тем, что не было, может быть, родители или их участие. Это связано с тем, что люди думают, что что-то не сложилось в их жизни, потому что отца не было, да, там, или мать не уделяла внимания. Нет, не из-за этого. Это вот ваша ответственность, чтобы больше их не винить ни в чем, ни в каких грехах своих, не замешивать род. Поэтому мы находимся в принятии. Я принимаю, что там мама, да, была такой,
Я принимаю, что это было. Проговаривайте сейчас. Я принимаю своих родителей, я принимаю свою бабушку, какой бы она ни была, злой или добрый. Я принимаю дедушку, какой бы он ни был. Я принимаю все эти поступки. Я принимаю их сценарии поведения. Я принимаю родственников такими. Я тоже когда-то делала так же. Сейчас, если что-то идет вам в голову, воспоминания идут о том, что какие-то обиды были. Идет воспоминание, что вы обидели вас, обидели родственники. Вы говорите, я принимаю, прощаю. Видимо, это нужно было для того, чтобы я возвысился. Мне даны были, да, такие родители, даны были такие родственники, чтобы я что-то осознала, чтобы я пришел или пришла ко Всевышнему, к Богу. Я принимаю, что у них такие характеры. Я принимаю, больше так сама и сам делать не буду, потому что я осознаю, что это нехорошо, мне это не нравится. То, что мне нравится, это правильно. То, что по-доброму было ко мне, я тоже принимаю. Я принимаю ту заботу и ту любовь, которая шла от родителей из поколения в поколение. Я принимаю, как смогли, так воспитали. Я принимаю и прощаю. Мы переходим к чакре выше, к чакре Манипура. Солнечное сплетение со стороны спины. Утягиваем головушку, тянемся, не забываем, не ослабляем позвоночник. Мы дышим спокойно. И чувствуем эту чакру, и как бы через нее дышим. Через это место позвоночники. Это как будто дудочка открытая. Дырочка, и там идет энергия. И мы дышим этой энергией. Я принимаю тех людей, которые были в моей жизни, супругов, жен, мужей. Если вы мужчина и слушаете, смотрите этот ритуал, я принимаю свою жену за то, что она вот такая. Возможно, я в прошлой жизни был женщины и так же косячил, да, так же вел себя. Я принимаю свою жену. Возможно, я так же вел себя, и теперь в этой жизни мне дана вот такая женщина для того, чтобы отработать и понять, где я был прав, где не прав, чтобы я тоже принимал ее, чтобы понимал, что женщины, они вот такие. Если вы женщины и смотрите, слушаете ритуал, я принимаю своего мужа, бывшего ли мужа, что он был таким. Он меня пробуждал ко Всевышнему. Все эти предательства, которые были в жизни, это было специально сделано Всевышним, чтобы я проснулся. Пришла ко Всевышнему. Я принимаю. Я когда-то вела себя так же. Поэтому я принимаю и осознаю. Я принимаю. Я больше никогда так не буду делать, ни в прошлой жизни, ни в этой. Я обязуюсь и в следующей не делать. Буду медитировать, работать над собой, не совершать больше таких же ошибок. Я обязуюсь, прямо проговаривайте, я обязуюсь принимать, прощать. Я обязуюсь работать над собой, медитировать, осознавать. И, возможно, мы даже дойдем до уровня, что и не надо будет нам перерождаться, чтобы опять отрабатывать все это, испытывать. Мы примем все и всех здесь, сейчас. Я принимаю, вы проговариваете, я принимаю. Если было предательство, если женщину бросил мужчина, я принимаю это предательство. Благодаря этому предательству я пришла ко Всевышнему. Если было такое, да, предательство, измены,
Если мужчина обиделся на бывшую жену, принимайте. Вы в прошлой жизни, возможно, были женщиной и вот так же себя вели. Женщина на мужчину может обижаться, потому что, возможно, в прошлой жизни она тоже кого-то бросила, будучи, да, вернее, была мужчиной, и кого-то обидела. Вы проговариваете: я принимаю, что так было, больше никогда так делать не буду. Также на уровне этой чакры мы поднимаемся до анахаты, до сердца. Со стороны спины чувствуем сердечную чакру. Мы будем принимать детей. Мы будем принимать, у кого есть дети, что мы были маленькими, мы росли. Мы также не слушались. Мы также вредничали, капризничали. Мы тоже были подростками. На каком бы уровне сейчас ваш ребенок ни находился, выпускаете его в сердце и в безусловной любви принимаете его. Я принимаю. Также это ваш ребенок, это потомки, это внутреннее принятие себя и безусловная любовь к себе. Я принимаю тебя, ребенок. Я также когда-то вела себя. Я принимаю тебя. Я принимаю тогда, когда я не люблю. Бывают те моменты, когда мы злимся, обижаемся на детей. Мы срываемся, мы устаем. Я принимаю себя за то, что я живой человек. Я беру обязательство так больше не делать. Беру обязательство быть в принятии ребенка, в осознанности принимать. Как только кто-то нас начинает злить, бесить, вы говорите: я принимаю, я когда-то вел или вела себя так же, я больше так не буду, я беру обязательство вести себя по-другому, вести себя по-доброму, любить через любовь, через сердечную чакру, в сердечной чакре. Мы держим своего внутреннего ребенка и любим себя. Я принимаю себя за то, что мне надо, возможно, больше отдыхать, возможно, больше проводить время в медитации с Богом, нежели бежать за материальным. Я принимаю, что это есть. Я принимаю правила игры материального мира. Я принимаю, что мы никто без Всевышнего на этой земле. Я принимаю это. Принимаю. Мы поднимаемся до чакры Вишудха, для горла. Проведем сейчас принятие. Принятие всех тех обид, которые были в нашей жизни. Принятие там, где не получилась самореализация. Вспоминайте все эти моменты и говорите: я принимаю. Да, я обижен, был обижена на то-то, то-то. Вспоминайте сейчас все эти обиды. Я принимаю. Я принимаю, что это было. Мне тогда это было нужно. Я принимаю эти уроки жизни. Я принимаю, что все это было сделано Всевышним, чтобы я пришла на высший уровень осознанности и был или была поближе к Богу. Я принимаю. Я принимаю эту любовь божественную. Я обязуюсь быть в любви ко Всевышнему и больше не наступать на те же грабли. Принимаю этот урок. Принимаю себя. Принимаю все те обиды, которые были, они уже прошли. Я принимаю себя, что я обижалась или обижался. Я прощаю. Я прощаю, отпускаю за то, что так было. Благодаря этому я стал или стала сильнее, мудрее, выше, ближе к Богу. Благодарю Всевышний за эти уроки. Я принимаю. Больше так не буду делать. Обязуюсь вести себя. Можете даже проговорить, как бы вы хотели. Обязуюсь, когда ребенок раздражает или кто-то раздражает из окружения, родственники, жена, муж, бывшие. Обязуюсь в принятии осознавать, что мы часть единого целого, что это такая игра, что
Мы одно, но разъединены наши частички в разных телах. Мы играем в эту игру. Мне приходится принимать. Я принимаю, прощаю себя за то, что я кого-то обидела. Принимаю и прощаю. Еще отпускаю. Всевышний, помоги нам справиться с этим принятием. Помоги нам осознать твою игру, твою лилу. Помоги нам принять всех тех полезных людей, которых ты нам послал, чтобы мы выросли до тебя, Всевышний. Помоги нам сейчас это осознать, чтобы не проходить тяжелую карму и тяжелые уроки в нашей жизни. Убери, исцели нашу тяжелую карму. Убери эти тяжелые уроки. Мы лучше сейчас примем все и осознаем. Мы готовы принять, мы готовы любить. Прими нас, Всевышний. Мы переходим к чакре Аджны, чакре Сахасрара. Прими нас, Всевышний. Мы принимаем тебя, мы принимаем это согласие на то, что мы пришли на эту землю, материализовались. Мы согласились на эту игру, мы согласились с тобой, Всевышний. Мы часть тебя, мы принимаем это. Проговаривайте, я принимаю. Я принимаю то, что мы должны к тебе вернуться. Я должна, должен к тебе вернуться. Я вернусь, я возвращаюсь к тебе, я принимаю. Я принимаю себя как часть Высшего. Я принимаю других людей, как та же самая божественная частичка твоя отражена в них. Я принимаю эти уроки. Я принимаю божественное провидение. Я принимаю твою любовь. Я люблю тебя, Всевышний. И я люблю тех людей, которых ты мне посылаешь. Я им посылаю любовь. И через них эта любовь доходит до тебя, потому что они тоже твои частички. Я нахожусь в безусловной любви. Я принимаю. Я все старое оставляю в прошлом. И вхожу в новую эру любви, счастья, принятия, прощения, благодати, отпускания. Всего. Ничего не важно, кроме тебя, Всевышний. Я взываю к тебе. Взываю к тебе. К твоему милосердию, к твоей заботе, чтобы убрать негативную карму, чтобы смягчить мою жизнь от тяжелых уроков. Мы уже хлебнули горького в этой жизни. Мы уже осознали твои уроки. Прости нас, Всевышний. Прости меня, Всевышний, повторяйте. Прости меня, Всевышний. Прости. Я принимаю и осознаю эти уроки. Облегчи нам эту тяжелую ношу, эту тяжелую карму. Облегчи нам эту жизнь. Просим тебя, взываем к твоему милосердию. Облегчи нашу жизнь. Прошу тебя, Всевышний, простить меня. Я искренне раскаиваюсь. Я принимаю и больше никогда так не буду делать. Я осознала все свои ошибки. Я обязуюсь вести праведный образ жизни. Не пить, не курить, вести целомудренный образ жизни. Я принимаю все твои божественные Всевышние законы. Всевышний, я рядом с тобой. Я преклоняюсь перед тобой, к твоим лотосным стопам. Можете сделать поклон и ощутить, что Бог в виде света сидит рядом с вами, гладит вас по голове. Принимает вас. Вы делаете шаг навстречу ему, а он вам навстречу два. Чем больше вы к нему идете, тем быстрее вы у него окажетесь. Он к вам бежит, идет быстрее, чем вы к нему. Я принимаю тебя, Всевышний. Освободи от тяжелой кармы. Благослови на великие деяния быть с тобой. Благослови на великое созидание любви в этом мире. Благослови на любовь
к людям рядом. Благослови на любовь к детям. Благослови на любовь к роду. Благослови на облегчение кармы. На то, чтобы карма родовая, негативная, была отработана. Благослови, убери негатив из нашей жизни. Негативные любые другие воздействия. Мы будем с тобой, а ты с нами. Всевышний, защити. Защити нас, защити. Имя. Защити от сглаза, гнева, порчи и проклятия. Мы будем под твоей защитой, когда ты со мной, Господь, нам. Мне ничего не страшно. Мне не страшно. И я под защитой. И мои родственники под защитой, и мой род под защитой. И те люди, которых я люблю, в моем окружении под защитой. Даже если есть конфликт, я не трогаю, меня не трогают. Там человек. Ты его тоже от меня защитишь. И меня от него. Даже если есть конфликт, я буду с тобой, Всевышний. И ты защищай, благословляй. Помоги, Всевышний. Если у вас есть дети, имя детей, имена детей. Благослови, Всевышний. Помоги детям. Помоги развитию нашего рода. Помоги, пусть они будут здоровые, счастливые, умные. В материальном благосостоянии. Благослови наш род. Благослови. Мы принимаем тебя, Всевышний. Принимаем твои дары. Принимаем твое благословение. Мы принимаем. Благослови наших родственников вокруг. За кого хотите помолиться? Мужья, жены, любые другие родственники, сватья, свекры, тещи. Называйте имена. Имя. Благослови, Всевышний. Благослови нас. Освободи нас от негатива и от конфликта. Помоги нам жить в гармонии и в безусловной любви друг к другу. Не срываться, не ругаться, а любить друг друга. Обязуемся любить. Мы берем это обязательство. Проговаривайте ей, повторяйте. Я беру это обязательство на себя. Я нахожусь во Всевышней осознанности, в чакре Аджны, в чакре Сахасрара. Я принимаю. Я принимаю это обязательство. Я принимаю эту ответственность на себя. Это моя жизнь. Я беру обязательство и беру эту ответственность. Любить. Безусловно. Я принимаю. И благодарю за все те испытания, которые были в моей жизни и привели к Тебе, Господь. И мы завершаем нашу медитацию, наш ритуал. Открываем глазки. Настраиваемся. Если во время медитации хотелось плакать, это хорошо. Уходит негатив. Медитацию можно несколько раз переслушивать. Можно зажигать свечи. Бывает такое, что вы вспомнили, да, что, ну, злитесь на кого-то, знаете, что вы кого-то не принимаете. Вспомнили, например, что вот так вот, да, к вам отнеслись. Вспоминайте, может быть, вы кому-то также отнеслись. Если вы не вспомните, значит, это из прошлой жизни было. Вы просто можете проговаривать сами про себя, сами для себя. Я принимаю. Я принимаю, что я так делала в прошлой жизни, даже если не можете вспомнить. И тогда все на свои места становится. Мы как бы этот регресс сейчас, да, отработали, убрали. Можно несколько раз отрабатывать. Все-таки лучше небольшие медитации. По полчаса, потому что новые воспоминания все равно придут, нахлынут. И все равно от нижних чакр до верхних ко Всевышнему надо будет дойти. Кого-то из рода принять. Грехи рода кто-то отрабатывает. Кто-то специально рожден, чтобы эти грехи отрабатывать. Каждый из рода и ведет эту родовую отработку. Потому что мы не умеем за род постоянно молиться, яги там какие-то проводить. Поэтому несколько раз можно
прослушать, переслушать эту медитацию, чтобы что-то еще отпустить, что-то еще принять, что-то простить, где-то возвыситься, где-то побыть рядом со Всевышним, где-то поблагодарить. Поэтому благословляю вас на работу над собой. Всех благодарю, кто был на медитации. И всех жду на следующие ритуалы. В комментариях пишите «принимаю с благодарностью». Можете писать имена за тех, за кого молитесь. В комментариях каждый просмотр будет усиливать эти молитвы, и имена будут подписаны. Энергия никуда не денется. Энергия этого видео вместе с именами будет. Всех благодарю. Желаю счастья, любви, добра, тепла. Пока-пока.